Добрый день, дорогие друзья! Не прошло и несколько месяцев, как с конвейера завода Inman сошел 25-тысячный кран-манипулятор. И мы спешим сообщить вам о выходе 5-тысячного юбилейного тросового крана. Пятитысячным юбилейным тросовым краном стал хорошо известный рынку и полюбившийся нашим клиентам многофункциональный ИТ-200. Немного истории. В 2012 году в ответ на растущий спрос на тросовые КМУ в России завод Inman запустил разработку и производство двух самых востребованных на тот момент рынком. Это 7-тонный ИТ-180 и 3-тонный кран ИТ-80. Была проделана огромная работа по сбору информации от конечных клиентов с целью разработать и произвести кран-манипулятор с нужными характеристиками. Завод Inman был первым российским предприятием, кто начал производить тросовые кран-манипуляторные установки в России. За это время был накоплен огромный опыт, который позволяет до сих пор нашей компании быть лидером рынка кран-манипуляторных установок. Через некоторое время мы уже имели полную линейку тросовых установок от 3 до 8 тонн. Несмотря на санкционное давление, мы производим наши кран-манипуляторные установки на высокотехнологичном оборудовании, ориентируемся на запросы рынка. Кран-манипуляторные установки завода Inman – это контроль качества на каждом этапе, это высокотехнологичное оборудование, это огромный опыт наших сотрудников. В настоящее время продолжаются работы по еврозамещению компонентов, а также разработке новых моделей и их модификаций. ИТ-200 оснащен реечным механизмом поворота, который имеет беспрецедентную надежность и низкие эксплуатационные расходы. Также он может быть оборудован как поворотными, так и неповоротными опорами. Кран-манипуляторные установки нашего производства имеют шестигранный профиль стрелы. ИТ-200 применяется во многих отраслях, имеет большое количество модификаций и опций. Может оснащаться пультом дистанционного управления, сертифицированной люлькой для двух человек и бурильным оборудованием. Все кран-манипуляторные установки завода Inman изготовлены по стандартам компании Palfinger, что в ряде случаев выше, чем отраслевые стандарты машиностроения Российской Федерации. Спасибо за просмотр ролика. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе наших новостей. Вас ждет много интересного. Мы рады будем получить обратную связь по работе нашего оборудования. Форма обратной связи находится в описании ролика.